загадывать за желание между двумя Русланами. Короче, сегодня мы, я в гостях на Пулоцкой земле. Вчетвером поедем изучать новые просторы, которые нам будет показывать наш проводник, уважаемый Руслан. Два КТМа салатовых, один Авантис и Ямаха. Вот, человек уже разминается в ожидании сложного рельефа. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Все же тепленько. А? Тепленько. Ну да. Ну давай, ты что, я не умею. Ну Вася, ты всегда так говоришь, а в итоге, блядь. Твою мать! Что это такое? Вот это прикол! Техника пьяный эндурист. Yeah.
Деревьями туда. Он за ставку попадешь. Блять, Бэтмен. Вообще. Что пихнем? Ну.
Заебись! Сейчас будет непростой. Ёбаный пенёк, блядь.
хорошая горка, да? Вообще, блядь, заебись. Я там, блядь, в начале. Сука, синяки будут. Сейчас уже можно вызывать, зацеп пошел. Тяжелее отвезти? А? Тяжелее отвезти? А? Не хочешь? Что говоришь? Потяжелее. Еще потяжелее? Поехали! Не, ну тут еще как-то, ну да. Ну хотя да, будет сложно, тут разгон особо. Блядь. Что сейчас дальше? Тут, блядь, везде бревна. Подняться. Подняться. Раньше сказать нельзя было, что надо будет подниматься. А что? Не спускался бы? А, ну. На лайтовый. На лайтовый, хорошо. Yeah.
Блять, я заехал. На половину второй Руслан заехал, но мой Руслан считается. Ой, блядь. Не поеду, вы бы тридите в жопу. Ха-ха. Смешно. Не смешно. Богам нефти молишься? А? Богу нефти молишься?